Хазан, что происходит? Хазан, что происходит, дочка? Ты все правильно сделал. Все правильно. Что случилось? Ты в порядке? Приди в себя. Сделай глубокий вдох. Ягы, сынок, что с тобой? Не молчи. Я покажу, что со мной. Ты знал об этом, когда скрывал эту женщину, отец? Отец, я задал вопрос. Ты знал об этом или нет? Ты знал, что эта женщина убила нашу тетю? Смотрите! Смотрите. Да, пусть все смотрят. Что ты сделала, доченька? Дочь, что ты сделала? Не молчи, что ты сделала? То, что обычно делаешь ты. Сосредоточилась на цели и устроила ад. Эта женщина убила нашу тетю. Эта женщина на твоей свадьбе убила нашу тетю. Не молчи, отец. Ты знал об этом? Скажи что-нибудь. Что ты заладил одно и то же? Если бы он знал, разве он не сказал бы? Отец, ради бога, ответь уже. Ты знал об этом? Пожалуйста, я хочу верить тебе. Отец, на что он намекает? В чем обвиняет тебя твой сын? Да, отец, в чем я тебя обвиняю? Ответь, пожалуйста, в чем я тебя обвиняю? Хватит, прекратите уже! Ты не смей. Ты не смей! Что ты хочешь услышать? Что он тебе должен сказать? Я не знал. Я не знал. Я не знал. Я не знал. Не знал, отец? Не знал. Отец? Но он же сказал, что не знал. С чего ты решил, что он знал? Почему ты обвиняешь его? В чем ты обвиняешь отца? Дочка, что ты сделала? Хватит спрашивать, что я сделала. Что сделано, то сделано. Я вынуждена была пойти на это. Ягызу нужен ответ. А Синан должен понять, что это все не игра. Понятно? И что нам теперь делать? А? Что делать? Все, успокоились. Спокойно. Разве вы не видите, что он больше не в состоянии говорить? Да и говорить больше не о чем. Да, действительно, этот разговор будет продолжен в полицейском участке. Да, действительно, говорить больше не о чем.
Подготовьте машины. Фазлиетхалум, вы едете с нами. Куда это я с вами поеду? Ты поедешь с нами в полицейский участок, Фазлиетхалум. Поехали. Вам же сказано, мы едем в полицейский участок. Ну же, ждем вас. Поехали. Я не смогу поехать с тобой. Не смогу и дальше притворяться. Но ты справишься. Сумеешь выкрутиться. Будешь придерживаться этой же версии. Я сделала все правильно. Все правильно. Синан, ты поедешь со мной. Садитесь, Фазлиетхалум. Ты могла так поступить? Как ты осмелилась? Как посмела? Ты решила так наказать меня? За то, что увез от тебя дочь? Ты заплатишь за это. Ты очень дорого заплатишь за это. Очень дорого. Говорю же, я этого не делала. Это не я. Это сделала моя дочь. Моя дочь пошла на это только для того, чтобы наконец остановить твоего сына. Что ты такое несешь? Твой сын знает. Что знает? Что знает? Знает все, что было между Ягызом и Хазан. Синан, с тобой все в порядке? Прости, я не хотел, чтобы ты узнал об этом вот так. Я бы скрыл от тебя это как-нибудь, но... Ты не переживай за меня, следи за дорогой. Послушай, если ты, как обычно, проворачиваешь очередную игру и решила вовлечь моих детей в свою говорю игру... Говорю же вам, ему каким-то образом удалось подговорить врача Хазым Эгемен. Он заполучил результаты другого пациента. И Есимин это знает. У Есимин в руках имеются доказательства. Как такое возможно? Ну как такое возможно, а? Гордыня, твой безумный сын взбешен. Он даже мне угрожал. Отозвав в сторону, рассказал о всех своих проделках. Да, сказал, что сделает так, что моя дочь больше на люди показаться не сможет. Угрожал мне, увез ее в Агву, и там он ей признался. Это невозможно, невозможно. Тебе просто не хочется верить, что это возможно. Твой сын ходит, как бомба замедленного действия. Замолчи уже! Не замолчу, не буду молчать. Ладно, моя дочь пошла на это, но она решилась на такое только потому, что была вынуждена. Пошла на это из страха, чтобы избежать крупной трагедии. Довольно уже, замолчи, садись в машину, сядь в машину. Что теперь нам делать, Хазымбек? Машину, женщина! Как нам быть? Интересно, что мы скажем в полиции, Хазымбей? Ах, ах! Что же мы скажем в полиции?
Приятного аппетита, Эджеханум. На свежем воздухе у вас разыгрался аппетит, и малыш ваш насытится. Спасибо. Вы куда-то уходите? Да, мне кое-что нужно на рынке. Но Ганджаханум здесь, вы не волнуйтесь. Достаточно позвать ее. Вам что-нибудь нужно с рынка? Нет, спасибо. Да, простите, забыла. Вы же хотели позвонить? Нет, не проблема. Не опаздывайте. Ладно, до встречи. Увидимся. Спасибо. Значит, Полонаскей. Значит, ты привез ее в дом, где прошло мое детство. Так глумиться над памятью матери. Насмехайся. Вы оба за это заплатите. Заплатите все трое. Я Гэсби. Как и договорились, прошу всех пройти в комнату. Сначала возьмите это. Здесь доказательства, как Кирими Йылдыз убила нашу тетю. Коллеги, пока не будут изучать видео, мы возьмем ваши показания. Отлично. Начните брать показания моего отца. Ягэс. Отец скрывает подозреваемую. Выбирай слова. У меня есть веские опасения, что отец скрывает подозреваемую. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас очень хорошо знаю, то есть из журналов. Вы родились на моих руках. Я была акушеркой, помогла вам родиться. Вы шутите? Ничего себе. Прошу вас, пожалуйста, садитесь. Выходит, отец вас не случайно выбрал. Примите еще одного Эгимена. Ах, Селин Ханум, ваша мать была так добра ко мне. После родов я еще 6 месяцев оставалась с вами. Ваша мать была просто ангелом. На протяжении многих лет я принимала роды. Очень многим женщинам помогла стать матерями, но вашу мать никогда не забывала. Вы очень любезны. Моя мать и была незабываемой женщиной. Хоть мой отец и забыл ее, но люди, которые любили ее, никогда не забудут. Добро пожаловать. Что закажете? Чай, пожалуйста. Конечно. Мне не хотелось бы переступать черту, но, поверьте, я сильно расстроилась, прочитав в газетах про недостойный брак вашего отца. Вы не представляете, как расстроились мы с братьями. Я, если честно, признаюсь чувством стыда и сожаления, когда Хазымбей позвонил и предложил эту работу, у меня было сильное желание отказаться, но, знаете... Но у меня внук болен. Иными словами, тяжелая ноша на мне. Поверьте, если мне не нужны были бы деньги, я бы не согласилась работать с маленькой большой авантюристкой. Ни за что. Прошу, не расстраивайтесь. Кто же не нуждается в деньгах? Но все можно компенсировать. Не поняла. Сколько платит вам мой отец? Я отдам вам все, что у меня есть. Все свое состояние. До последней копейки. Но и вы дадите мне кое-что.
Дай бог вам здоровья, очень вкусно. Приятного аппетита. Можно мне ненадолго воспользоваться вашим телефоном? Конечно. Пожалуйста. Благодарю. Вызываемый абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Здравствуй, Хазым, это я. Я звоню тебе с телефона Ганджи Ханум. Я хотела попросить у тебя кое-что. Лале Ханум. Она, в общем-то, милая женщина, но меня что-то настораживает. Не могу понять, что. Даже не знаю, но она как-то смотрит на меня. Порой ее прикосновение ко мне. Мне как-то неспокойно рядом с ней. Я могу тебя попросить найти мне другую медсестру. Я буду рада, если ты перезвонишь. Мама, какие новости? Хазымбе еще не вышел. Не вышел. Даже не знаю, что нас ждет, Хазан. Хазан. Что же ты натворила, дочка? А? Ты уничтожила всех нас. Зачем? Как только приехали, он заявил на отца. Ты уничтожила всех нас. Не представляю, что теперь будет. Ну вот, Гекханбей с адвокатом уходит. А где Ягыс? Синан. Мама, где Ягыс? Синан, постой, давай поговорим. Синан, я поступил правильно, даже для отца. А ты всегда поступаешь правильно, мистер Справедливость. Я на тебя не сержусь. Ты просто хотел... Я просто хотел бы ошибиться, будучи сыном, поступить несправедливо по отношению к отцу. Ах, Хазымбей, ах. Ах. Не губи мою дочь. Синан, ты поедешь со мной. Я не справилась. Постарайся ты справиться. Усмири своего сына. Она скрывается в какой-то дыре, и там же родит моего сына. А может, твой отец отправит их за границу? Откуда мне знать? А может, уже отправил? Откуда мне знать-то? Есин, эта женщина не за границей. Если бы уехали, то уехали бы вместе. Послушай, я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь, но давай немного мыслить здраво. Угрозами этот вопрос нам не решить. Так же, как они, не вызывая ни у кого подозрений. Посмотри. Посмотри на меня, Есин. Нам необходимо все решить, придумать план. Нам нужно не вызывать подозрений. Давай поступим так. Селим, послушай, мое терпение на исходе, понимаешь? Терпение лопнуло. Моему терпению окончательно конец. Можно подумать, у меня есть терпение.
Я жду вестей от вас, Селин Ханум. Ну и славно. Ты знал, что эта женщина убила тетю, отец? Все же было ясно, когда ваши взгляды с тещей пересеклись. Я называл матери убийцу моей тети. Я обнимал эту женщину. И ты допустил это, отец. Просто закрыл на это глаза. Почему? Потому что хотел защитить своих детей. Допустим. Ладно, я еще могу с этим смириться. Потому что я вынужден с этим смириться, да, отец? Но мне интересно. Мне действительно интересно. Стоило ли это того, отец, а? Стоило ли это того, чтобы скрыть убийство собственной сестры? Егыс, глядя мне прямо в глаза, сдал тебя полиции. И что нам делать дальше, отец? Что нам делать дальше? Эти люди будут следить за нами, ходить по пятам. Что теперь нам делать, отец? Говорю тебе, отец, за нами будут следить. Как нам быть, отец? А чего добиваешься ты? Скажи мне на милость. Лжешь всем, даже отцу, глядя прямо в глаза. Скажи, сынок, чего ты хочешь добиться своей ложью? Можешь дальше не провожать, я сама дойду. Не понял? Что ж непонятного? После того, как сдал отца в полицию, не стыдно возвращаться в отцовский дом? Фазилет Ханум, единственная причина, почему я не задаю вопросы, которые могут нас обоих поставить в неприятное положение, это то, что вы мать Хазан. Но даже это не дает вам права задаваться вопросом, где мне жить, а где нет. Так что, пожалуйста. Ладно? Послушай, господин Ягас, не иди против отца. Ты услышал меня? Не иди против отца. Не иди против отца. Синана, доброй ночи тебе. Доброй ночи. Пойди. Пойди и поговори с ним, пока не явится этот сумасшедший. С каким лицом мне к нему подойти? Он ведь думает, что я показала ему видеозапись с преступлением ради справедливости. Я так ужасно себя чувствую. Мама, как это у тебя получается? Держать столько тайн, вести разные игры, врать, даже не моргнув глазом. Мне правда интересно, как ты живешь с этим всем? Вот так и живется. На этих плечах столько правды лежит. Правда, о которой ты не знаешь. Что значит ложь по сравнению с грузом правды, дочка? Если правда не убивает, ложь тем более. Это ты мне говоришь о честности, отец, а? Человек, который прячет убийцу своей сестры и допускает, чтобы я называл ее матерью, а?
Человек, который всю жизнь поощрял не родного сына, а купленного за деньги приемного сына. Я не поощрял твоего брата, а всегда противостоял ему ради твоих интересов. Ты промолчал, отец, ты промолчал, когда он предал меня. Я тебе ничего не сказал, но брату высказал он все. Он мне никакой не брат, я больше не считаю этого типа своим братом. И ты, теперь узнав правду, ты не сдашь родного сына, отец. Не вмешиваясь, ты будешь наблюдать за тем, что я сделаю. Точно так же, как наблюдал за предательством. Что ты задумал, сынок? Ты спланировал игру, зная обо всем. Что ты собираешься делать, Синан? Скажи мне, как ты собираешься поступить со своим братом? Ты закроешь глаза, что бы я ни сделал, отец. Ты человек, который закрыл глаза даже на преступление своей сестры. И теперь ты закроешь глаза на то, как твой сын будет мстить. Не надо, сынок. Не нужно, пожалуйста. Я не могу позволить вам навредить друг другу. Я просто не выдержу этого, понимаешь? Отец, чтобы отгородить его от этой сумасшедшей, я притворялся ее сыном. А он в ответ просто предал меня. Я не заслужил такого, отец. Позволишь ты мне или нет, но твой приемыш получит по заслугам. Эта сумасшедшая считает, что лежащий там Синан Бе ее сын. Если не Синан, то кто? Бедный мой любимый муж. Сын убийцы.
Хочешь поговорить? Ладно, вижу, что не хочешь. Ягыс продолжил свои обвинения в полиции? Я месяцами жил в одном доме с убийцей своей тети. Мало того, садился за стол, который накрывала эта убийца. Брат обвинил отца в жутких поступках. Жена, от которой я никак не могу избавиться. Не знаю, что у нее сейчас на уме. Но пришла и пытается выведать у меня что-то. Не утруждайся, Есимин. Сегодня вечером мне не до тебя. Не до того, что у тебя в голове. Жаль, любимый. Но то, что у меня в голове, наша единственная надежда. Ты закроешь глаза, что бы я ни сделал, отец. Ты человек, который закрыл глаза даже на преступление своей сестры. И теперь ты закроешь глаза на то, как твой сын будет мстить. Что ты задумал, сынок? Что собираешься делать? Если бы я только знал, что ты задумал, Синан. Если бы я знал. Кто и что задумал, Хазымбей? Фазилет Ханум, прошу вас, пожалуйста. Оставь свои «прошу вас» и «пожалуйста» при себе. Соизволь лучше рассказать, о чем вы говорили с сыном. Со вчерашнего вечера жду от тебя новостей. Но от тебя ни звука. Я не стала вчера тебя беспокоить, потому что у тебя и так полным-полно проблем. Но хватит уже. Мне больше не терпится. Ты поговорил с сыном, а? Спросил, почему он так нагло врет? Все, что нужно, я высказал своему сыну. Теперь вы сделаете все от вас зависящее. Идите и поговорите с дочерью и прекратите копаться в этом деле. Прекратить копаться? Это я начала копаться в этом деле? Ты что, издеваешься надо мной? Да я скоро посидею от страха, ты что, не понимаешь? Послушайте, я тоже... Это ты послушай меня! Слышишь меня? Ты выяснишь игру своего сына, торгаша. А я тебе говорила, говорила, что твой сын играет с моей дочерью, как кошка с мышкой. Я рассказывала тебе о всех его угрозах, а ты что сделал, а? Моя дочь с этим кольцом попалась в ловушку твоего сына. Она снимет это кольцо. Можете не сомневаться. Ну же, ну. Осталось совсем немного. Ну что, все готово? Отлично. Тогда сверим часы. Ты спросила меня о кольце, и я тебе ответил, Фазилет Ханум. Все, Фазилет Ханум, ну же, уходи уже, давай. Постой-ка, ты что-то знаешь. Ты знаешь и ничего не делаешь. Понятно. Но я... Ты... Ты не будешь вмешиваться, если хоть немного думаешь о себе и о дочери. Дождешься, пока твоя дочь не снимет кольцо, и не смей больше провоцировать моего сына. Иначе и ты, и твоя дочь сильно пострадаете в итоге. А теперь иди и подумай хорошенько над моими словами. Подумай о последствиях, которые заденут не меня и не моего сына, а твою дочь. А теперь уходи. И не попадайся лишний раз на глаза Синану. Иди. Ладно. Пусть будет так. Тогда, может, у тебя есть новости о моей младшенькой? Где она? Почему она мне до сих пор не позвонила? Моей младшенькой вот-вот рожать. Где моя младшенькая? Скажи на милость.
Спустись в сад и жди от меня новостей. Я позвоню Эдже. Если она пожелает поговорить, я передам тебе телефон. Лаля Ханум, все готово. А вы готовы? Хорошо, я доверяю вам. Посмотрим. Что-то настораживает. Не могу понять, что. Даже не знаю. Но то, как она на меня смотрит, и ее прикосновение, мне как-то неспокойно рядом с ней. Это я могу тебя попросить найти мне другую медсестру? Доброе утро, Лали Ханум. Доброе утро, Хазымбей, как вы? Спасибо. Могу я поговорить со своей женой? Но Эдже Ханум спит. Если хотите, я, конечно, могу разбудить ее. Нет, не будете. Но как только проснется, передайте ей, чтобы она мне перезвонила. Это очень важно. Конечно, как вы пожелаете. Как только проснется, я передам, чтобы она позвонила. Спасибо. Как раз вовремя. Так тебе и надо, Фазиле, так тебе и надо. Ты не знаешь, где находится одна дочь, и не представляешь, что ждет другую. Ах, не смогла позаботиться о дочерях, так тебе и надо. Потеряла своих детей, потеряла. Доброе утро, Фазилет Ханум. В этом мы схожи. Разговаривайте сами с собой, я тоже иногда так делаю. Помогает. Занимайтесь своими делами, Кудрет-бей. О, боже. Что ты сказала? Кто ты? Кто? Вы только посмотрите на эту милашку. Ты меня проводишь до дверей, да? Угу. Но так нельзя. Я хочу, чтобы ты встречала меня и по возвращении, ладно? Смотри, я могу привыкнуть потом. Ты моя сладкая. Люблю тебя. В компанию? А отец поедет с тобой? О, значит, нацелилась на отца. Но это было понятно со вчерашнего вечера. Следи за языком при ребенке. Может, мне еще притвориться ее отцом? Со вчерашнего вечера ты ведешь себя странно. Ты преследуешь какую-то цель. Я по глазам твоим вижу. Да, но знай, я тоже кое-что выискиваю, Ясимин. Тебе есть что мне рассказать? Да, мне пришлось отложить на время, но я не забыл, Ясимин. Я все еще ищу. Ищу отца этого ребенка. Как ты смеешь вести себя так неподобающе со старшей хозяйкой этого дома? Ты хоть знаешь, кто я? Я не называла тебя никаким кудретом, ты ослышался.
Наверняка у тебя проблемы со слухом. С чего ты взял, что я назвала тебя кудретом? Послушай-ка, пока я не забуду о твоем хамском поведении, не показывайся мне на глаза. Отойди! Послушай-ка, не знаю, кто ты, Фазилет Ханум, или какая-то там теща, неважно. Кто ты такая? Кто ты? Идем. Давай увидимся, я ухожу. Счастливо оставаться. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Чудовище. Чудовище. Чудовище! Чудовище! Отлично. Ну что, начнем? Так не может дальше продолжаться. Его отец знает. Знает, что он притворяется. Скоро все закончится. Войдите. Вас зовет Синанбей. А ты всегда поступаешь правильно, мистер Справедливость. Да-да. Синанбей ждет вас в своей комнате. Хорошо, спасибо. Ну вот, два любимых мною человека. А что с лицом? Почему так напряжены? Да, знаю. Я вчера немного накричал на тебя, но... Ну ты же знаешь, такое между братьями бывает иногда. Мимолетная искра. Как вспыхнула, так и погасла. Если честно, я тоже. Любимая, мне кажется, ты тоже слегка напряжена. Мне хотелось бы, чтобы ты и со мной поделилась насчет диска.
Но что поделать, такова жизнь. Приходится закрывать глаза на ошибки своей будущей жены, не так ли? Может, для начала обсудим наедине? Но сначала нужно ответить на звонок. Я выйду, отвечу. Нет, брат, останься здесь. Нам есть о чем поговорить. Это очень важно. Слушаю. Тяжелый день. Что? Слушаю. Что вы такое говорите? Что за бред ты несешь? Что происходит? Нет, нет, минутку. Я сейчас посмотрю, что за бред ты несешь. Что происходит? Нет, нет, Синан, нет, нет. Интересно, мне кто-нибудь скажет, что происходит? Ягыс...